отсюда, мне бы было бы проще. Правая рука лежит у партнерши на правом плече, левая рука поднимается, разворачиваемся к зрителям, левую руку убираем себе на правое плечо, правую убираем вниз. Далее левая рука, разворачиваемся на мост. Бум, положили. Левая рука, правая, левая, правая. Снято. Есть? Так, да. Дальше. Что там у нас было? А, вот это вот. Как ты говоришь, это? Рубашка. Это, да, смирительная рубашка. Из раскрытия начинает делаться. Закручиваем в рулы. Держим партнершу за талию, как вы хотели. Дальше она уходит вперед. Потом мы меняемся местами и выходим в раскрытие. И опять. И еще раз, что сделаем. Рулы. Пропускаем партнершу вперед. Обходим ее и выходим на. А по шагам теперь и на скорость? Да, медленно по шагам. А для того, чтобы сделать рулы, мы переносим вес партнерши в правую ногу. Далее переносим вес в левую ногу, чтобы отправить партнершу вперед. Далее мы продолжаем заставлять партнершу двигаться вперед. Сами начинаем ее входить правой ногой, потом левой вперед. И вот здесь мы делаем общее раскрытие. Еще разочек, быстренько. Левая. А на скорости что там надо помнить? Динамику я примерно почувствовал. Ну тут партнерша должна немножечко помочь, повести вперед. Да, помочь. Да, тут, то есть ты когда откидываешь ее назад, ты приобретаешь динамику вперед. Я скорее ее вперед больше заставляю двигаться. Ну вот я смотри, сейчас да. Вперед двигаюсь. А вот тут, чтобы тебя рвануть резко вперед, ты ее назад откидываешь. Она приобретает динамику назад, а ты динамику. Ну это вперед. Общая работа у нас. Да, там идет. Натяжение, если вместе делать, да, да, да. Вот я говорю, да. Одинаковые, да, делаем. Мы по сути да, то же он... самое, что вот здесь, сколько он мне дает или сколько я. Да, он тебя назад, а сам вперед. Да, и потом, как раз, чтобы подтянуть себя, мы да. Вот такое вот действие, что мы друг к другу двигаем, только контакт тут. Да, это как раз я про то, что говорил, когда он сильно тянет, мы ему на это сильное натяжение отвечаем. Да. То есть не отдаем. И последняя вот эта фигура плавная. Поменялись местами. Далее поднимаем левую руку, правую подножку партнерши, прокручиваем ее, разворачиваемся, как она, спиной. Далее один поворот, второй поворот, встали. Далее теперь надо провернуться на ногу, кладем левую руку на плечо, правую наверх, прокручиваемся сами, выходим с партнершей, преп перед поддержкой, бум, подняли партнершу. А теперь по шагам. Давай. Поменялись местами. Левая, правая, синкоп. Широкая позиция в ногах. Провернули партнершу. Ушли. Чтобы она начала вращаться, мы уходим с ее линии танца. Опять широкая позиция в ногах, пока она проворачивается. Остановились. Далее начинаю двигаться я с правой ноги. Левую убираю опять в широкую позицию и проныриваю в это отверстие, как сказать. Далее правой рукой и своим весом я переношу вес партнерши и отправляю на поддержку. Далее можно сделать такую штуку.